Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы с вами продолжаем играть в бумажки. Как мне написали в комментариях, что Papers, Please, это ваши документы, пожалуйста. Я понимаю, что это документы, но это бумажки, бумажки. Papers — это бумажка, paper — это бумага. Так что не надо меня учить, я знаю английский лучше. Так, смотрите, значит, по поводу... Как его называют-то? По поводу взяток и невзяток, по поводу пропуска членов Ордена и по поводу того, что я не беру взятки. Мистер Неймис, да, по-моему, или как твой ник, я не помню, честно, черный, черная картинка. Я не понял немножко, почему я не взял взятку. Наверное, потому что я посчитал, что именно за взятку я получу пиздюлей, а за пропуск, например, членов Ордена я ничего не получу, потому что, ну, этого никто не заметит. А за взятку у меня заметят, и я получу люлей. То есть, если на самом деле нет никакой разницы, беру я взятки или не беру, ну, если нет никакой разницы в этом, то я, наверное, их буду все-таки брать, потому что я же помогаю Ордену. Орден, я не понимаю, что Орден хочет сделать. Он хочет коррумпированную вот эту всю вот контору развалить и что-то сделать свое. Как это будет выглядеть, не знаю. Если что, я переиграю потом другую концовку. Там, то есть, ну, тут я так понял, много концовок, потому что там в сохранялке разветвлений просто миллион. То есть они уже были. Импро недоволен... Давай начнем, короче. Импро недоволен ограничениями в торговле. Границы Арстотский и Железный занавес. Фу, блин. Предвзятые отношения при выдаче виз иностранным журналистам. 10 декабря 1982 года. Ну, вроде как я не должен вырезать то, что я говорил, поэтому все хорошо, все остается как и должно было быть. Короче, здесь есть печать. Не знаю, прочитал я это или нет, или вырезал, хрен его не знает. Короче, при отказе должна быть причина отказа. Если въезжающий может дать удовлетворительное объяснение по вопросу возникновения несоответствий. Короче, после первого вопроса активизируется печать. Причина отказа. Следующий. Давай начнем принимать клиентов. Я думаю, что в этот раз все получится хорошо. Ваши документы. Это из Арстоцки. Фотка не похожа, дружище, у тебя совсем. Причина появилась. У вас ясность изменилась. Даже не знаю, что сказать. Это я. Ну, на, пожалуйста, докажи мне, что это ты. Мне как бы жалко. Но выглядишь ты на самом деле очень плохо. Слушай, ну да, хотя... Нет, не похоже же. Арест. Я не могу подтвердить вашу личность. Пожалуйста, пропустите меня. К сожалению. Прошу прощения. Такие правила у нас. Следующий. Мне нужно обслуживать хотя бы 8 человек, чтобы оставаться на плаву. Ваши документы. Ой, здравствуй, лицо знакомое какое у тебя. Я хочу навестить родственников. 3 месяца. Подожди, ну... Ну нет, ты же вообще не похож на этого человека. Вы чё здесь, блядь? Это старый фот. Ну, походу, очень старый. У тебя лицо даже вытянулось. Точнее, наоборот, втянулось. Ну вот, теперь я по уши в чернилах. К сожалению. Еще и по уши в гавани. Ваши отпечатки не совпадают с нашей базой. Чё вы, вас прорвало, что ли, сегодня? Почему вы идете сюда? Пройдемте. Кажется, что сегодня будет много отказов. Хотя, может, это были последние. Здравствуй, а личная карта твоя где? Красивый вымпел. Помню этот матч. Жестко играли, да обосраться просто. Общие правила. Ты мне должен дать паспорт, документ действительный, личная карта. Вот. Молодец. Ну, фотография в целом похожа, отзеркалена только разве что. Танту Алекси, Арстоцка, 179, ну, можно так сказать, конечно, Правда, это с волосами. Мне кажется, у него рост какой-то неверный. Данные совпадают? Ладно. Не, если совпадают, то вопросов нет. Арстоцка, Тары-Перы, ВТ-Теры. Так, блин, ну, наверное, все верно. Проезжай. Вот если... Арстигры. Арстигры? А это так называлась разве команда?
Ваши документы. Паспорт вы где? В гости. Продолжительность визита. Я тут останусь на пару недель, не больше. А, подожди, я не нажал. А что такое паспорт? Виз на вес только для отказа. До свидания. Отказать? А что там пишут? Ничего не пишут. На. Отказ? По какой причине? Здесь ясно указано. Ой. Вот и иди отсюда, не задерживай. Все равно, черт бы вас побрал. Ты паспорт не принес. Ты что, дурак совсем, что ли? Через границу переходишь без паспорта. Это... Где такое видано было вообще? Ваши документы. Какова цель вашей поездки? Мне дали здесь работу. Останусь месяц-другой. Месяц-другой — это вообще очень растяжимое понятие. И мне как-то... Мне не ясно, сколько ты хочешь остаться здесь. Так, номер паспорта совпадает. Въезд действительный. Фотография... Ой, это печать правильная вроде. Жанна Тоноска. Правильно. Паспорт действительный, как я уже сказал. Женщина. На, вот это вот забери. Стройная фигура... Нет, подожди, какая она стройная фигура-то? Она полноватая. На вас не похоже. У меня внешность изменилась. Отпечатки. Тут вопрос один, но это вариант один всего лишь навсего. Берешь отпечатки, делаешь, и все. Неправильные отпечатки. Или правильные? Ваши отпечатки не совпадают с нашей базой. Пропустите, пожалуйста. Что такое-то? Что сегодня за день такой странный? Откуда столько людей, которые приходят сюда просто так на авось? На что они надеются? Они хотят пройти через границу... Здрасте. Просто в гости. Продолжительность. На пару недель. Пара недель в гости. Я раньше тоже работал инспектором, как вы, много лет назад, в Федерации. Мы почти никого не пропускали. Но, видать, ты тоже не пройдешь. Теперь все делают компьютеры. Так давать отказы можно гораздо быстрее. Ты меня давай не заговаривай. Жони Костинин. Костинин Жони. Мужчина, користа. Номер паспорта вроде как совпадает. Да, вроде совпадает. Въезд действительный, паспорт действительный. Короткая стрижка. Вот у него не короткая стрижка. Совпадают. 89 килограмм, 182. Точно 182 у него, да? Совпадают. Ну смотри. Здесь, короче, есть два варианта. Либо он нас наебывает очень сильно. Либо он нас... Либо у него все хорошо. То есть, ну ладно, давай попробуем подтвердить ему, пропустить, потому что, ну, почему бы и нет. Куда я мог не посмотреть, не знаю. Удачи, я по тем временам не скучаю. Мне кажется, что неправильно. Хотя, все правильно оказалось. Здравствуй, самурай. Куда путь держишь? На ПМЖ, я понял, на ПМЖ держит путь. Постоянно 7К2УА С12ФВ. У тебя неправильный паспорт, у тебя паспорт просроченный. Нельзя въезжать по документам с истекшим сроком. Что? Не может быть, мне его только что продлили. Увы, увы, дружище. Нет. Нет. Давай. До свидания. 7 человек я обслужил, то есть еще одного человека мне хватит вполне для проживания. Для выживания. Ваши документы. Много как всего. Цель поездки — работать. Я так и понял, что работать, потому что у тебя есть разрешение на работу. Месяц-другой. Блять. Да. Готово дело. Я аж испугался, я думал, что произошло. Не хватит мне денег, наверное, на проживание все-таки. Рабочий день был прерван из-за атаки террористов. Сын болеет, нужно лекарство. Завтра день рождения сына, он просит дорогие карандаши. Да пожалуйста, сыну-то зачем отказывать? Голод и болеет. Короче, на отопление можно сэкономить. Лекарство надо, жилье надо. Отопление не надо, они не холодные все. И подарок сыну, естественно, нужен. Пойти спать. Импорт налагает торговые санкции. Немедленный запрет на импорт любых товаров из Арстоцки. Без проблем, без проблем. Мне ж не жалко. Блин, воды нет больше. 11 декабря 1982 года. Запрет на импорт товаров из Арстоцки. Министерство торговли требует, чтобы Министерство въезда отреагировало на это оскорбление. Спасибо за вчерашний, за какое? Я уже давно не снайпер.
Да пожалуйста, мне не жалко, это мне по игре так сказали делать. Отказывайте во въезде всем прибывшим из импора. Ага, то есть из импора мы так отвечаем на санкции. Никого из импора больше не пускаем. Договорились, хорошо. Ваши документы. Импор. Транзитом. До свидания. А я чему? Отказал во въезде. У меня тут это, должно быть общие правила. Ну в смысле, блядь? Въезд там запрещен. Да, все, я должен был ему вопрос задать. На, вот я даже смотреть твои документы не хочу. Гражданам импора въезд запрещен. Следующий. Ваши документы. Паспорт у тебя из Антегри. Надо проехать через страну транзитом. На пару недель, не больше. Транзит 14 дней. Ты похожа на преступника между этого, междугороднего этого, как его, блядь, короче, вот большого преступника. Алана чего? Цизадла Алана. Номер паспорта действительно совпадает. Въезд действительный, номер паспорта действительный. Ой, действительно, действие паспорта действительное, фотография совпадает. Это совпадает, прическа каре тоже вроде совпадает, 58 килограмм. Все у тебя хорошо, прошу. Хер его знает, может что-то было не так, но я вроде как все проверил. Здравствуйте, бабуля. Слушай, я тебя знаю, я тебя не знаю. Я с твоим отцом много лет работала. Ты маленький был такой бандит. Мне не к чему это знать вообще сейчас. Женщина, ты просто стоишь и ждешь, пока я проверю все твои документы. Мне кажется, что-то... А, личные данные она должна дать, нет? Погоди. Хотя нет, все так и есть, все хорошо. Рост совпадает, вес совпадает. Блять, страна выдачи. Хочу посмотреть страну выдачи. Не туда. Ой. В Арстоцке. Есть. Чё? Парадизна. Есть. Ладно, все, давай, проходи. Я уже просто пытаюсь найти там, где комар летает, прикинь. Все, блядь. Пизда комару. Хе-хе, убил. Так, я просто пытаюсь везде докопаться, потому что я везде чувствую подвох. Ваши документы. Привет. Бост Грештин? Не понял, что такое за Бост Грештин? Карта Арстоцка. Вост Грештин, ёб твою мать, ты что, дурак, нет? В вашем паспорте ложная информация, я не понимаю. Арест, нахуй, давай, до свидания. Что случилось? Да там, потому что у тебя ошибка в паспорте. Поддельный паспорт, представляешь? Поддельный паспорт. Просто пришел ко мне в наглую. В наглую пришел и говорит, что у меня такое? Да сам не понимаешь, что ли. Ваши документы. Антегрия, транзит. Два дня. Кейн. Энджолм. Номер паспорта совпадает. Фотография совпадает. Но только ты должна мне была дать еще одну бумажечку, который называется «Внешние данные для иностранцев». У меня его никогда не было. Ну, тогда все, до свидания. Не было и не было. Как бы я тебя не заставляю, просто до свидания. Следующий. Игрушка на самом деле достаточно расслабляет, но постоянно у тебя жопа в каком-то таком тонусе находится. Так, у тебя прическа неправильная, и к тому же... К тому же... Не, ну, в принципе, похож. Но иракеза-то нет. Да уйди. Не совпадает дата дня рождения. Тут даты не совпадают. Я понятия не имею, о чем вы говорите. До свидания. Че вы делаете? Работу все выполняю, дружище. Что я могу делать еще? Пройдемте. Привет, Жоржик, а ты откуда здесь взялся-то? Теперь все как надо, я ж тебя пропускал.
Я буду тут часто ходить, чтобы с тобой повидаться. Мы с тобой подружимся. Я уже так и понял. А, мне кажется, что у тебя что-то все-таки не так. Номер паспорта совпадает. Жорже Костава совпадает. А, лысый. Ты не лысый, ты это самое. Лысый? Вес не совпадает, дружище. Вас вес не соответствует. Это грустно. Моя жена готовит совсем плохо. А если я не поем, злится. Ладно, может, тебе вот это не понравилось. Я его арестую сейчас или что? Ой. Ой, ой, как ты так вот сейчас подставил сам себя. Извини. Что это? Это наркотики. У меня тут маленький бизнес. Ты меня пропустишь, а я тебе кое-что дам. Кое-чего что? 10 кредитов. Я тебе дам 10 кредитов за маленькую печать. Нормально, я понял. Наркотики плохо, детям вредно. Ты все равно отлично работаешь. Блин, ну... Жоржик, конечно, молодец. Да, он такой, знаешь, он хороший малый, на самом деле. Привет, карлик нос. Я хочу навестить друзей. Я останусь на пару недель, не больше. Хорошо, на пару недель, так на пару недель. Давай проверять твои документы. Дата совпадает, вес совпадает. 166 в целом тоже верно. Волосы короткие. В принципе, тоже совпадает. Петро Случовик. Слушовик Петра. Мужчина. Номер паспорта тоже вроде действительный. Вроде бы как бы все совпадает. День рождения тут не пишется. А, он из импора, ёб твою мать. Че я проверяю, сижу. Где он тут? Я совсем задумался. Я-то забыл уже про импор, про этот. До свидания. Так, а что у тебя еще-то? Внешние данные. Держи. Уже почти 6 часов, а я обслужил всего 9 человек. Давай еще. У сына сегодня день рождения. Мне нужно на еду еще отложить. Так, ты мне... Мало того, что ты из Арстоцки, ты большая молодец, конечно, но мне нужна личная карта. О, у меня нет такого, никогда не было. Без проблем. Держи. Блин, мне кажется, я сегодня очень хорошо работаю, ни одного замечания не было. Ваши документы. Арбистан, я сюда переезжаю навсегда. На ПМЖ, номер паспорта совпадает. Вроде бы, да? Совпадает же? Г4НМ, GMA-X4. ПМЖ, въезд действительный, паспорт действительный, мужчина. Усы. Не Мишел Ли. Ли не Мишел. Скал вроде правильно. 91 килограмм, 186 рост. Ну, совпадает вроде как. Усы есть. И все это тоже вроде как хорошо. Я просто не хочу накосячить прям перед, так сказать, перед концом рабочего дня. Последнего клиента сейчас накосячу, по-любому. Бля, серьезно? Я не посмотрел на печать. Что это было сейчас? Ваш сын нарисовал картинку, чтобы вы повесили ее на работе. Хорошо, сейчас повешу. Продукты отопления мерзнут только, но не голодают, поэтому можно сэкономить на продуктах. Мне кажется, нам нужно будет переехать снова в обычную квартиру, потому что денег у меня очень мало. Еще. Следующий день. Импорт меняет санкции. Так быстро, что случилось? Наверное, им не нравится, что их граждан не пускают на территорию Арстоцки. 12 декабря 82 года. Герой Астоти. Папа, вот это на превьюху пойдет. Прикольно. Почему у меня не это самое? А, потому что у меня это самое. Ага, понятно, ясно. Инспектор. Импор признал ошибочность своей политики. Ко мне сейчас кто-то придет. Гражданам импора въезд разрешен. Не стоило сюда тащиться в такую рань. Такой запах, что меня сейчас тошнит. И что там за дрянь висит? На этих стенах должны висеть только официальные документы. Блять, это вот кто.
А, у вас не такие уж плохие. Количество полученных замечаний 10. Не вздумайте их ухудшить. За эффективную работу. Сюда придет моя старая знакомая. Пропустите ее. Ее зовут Шая Пирсовская. У нее проблем быть не должно, ясно? Слава Ростовски. Блять. Повешу сюда. И повешу вот сюда. Импор признал ошибочность своей политики. Гражданам импора въезд разрешен. Сегодня вас снова посетит начальник отдела. Я не успел дочитать, я, блин, не успел убрать. Разыскиваются, кстати, разыскиваются. Вот они разыскиваются, товарищи. Я их вот сюда вот положу, повешу. И, пожалуй, начнем. Ваши документы, цель поездки. Я хочу навестить друзей. А где твои эти бумажки о том, что ты хочешь навестить друзей? Простите, вот. Прощаю. Так, месяц навестить... В гости на месяц. В гости на месяц. А, печать с печатью, с циферкой, с буковкой. Все правильно. Геральдина Чего? Франческа. Геральдина. Так, женщина... да, все так вроде бы правильно. Глориан. Не знаю, правда, действительно это так или нет. Сейчас проверю. 2 РЛМ... Все правильно. Это совпадает. Фотография, в принципе, тоже вроде бы совпадает. Там чуть-чуть есть только отличается. Ничего страшного в этом нет. Действительный паспорт, действительный... Сижу тут, блядь, проверяю. У меня не получилось приехать раньше, но это проблема лишь твоя. Извини. То есть, если ты не можешь въехать раньше, это лишь твоя проблема. Я в этом точно не виноват. Меня сейчас вздрючат, у меня сын будет голодать. Опа! Орден. Я им помогаю, это точно. Киллер прибудет из Антегории. Будущая жертва — важный агент Език в Арстоцке. Киллера надо остановить. Его зовут Халид Истом, не забудьте. Халида, короче, остановить надо, я понял. Хорошо, на... Порошок не трогать. Но не для того этого его дали, чтобы его не трогал. Что происходит? Гайм, ну вообще пиздец, конечно. А зачем он мне дал порошок? Он меня убить хотел? Уберу. Вымпел. И... подожду, пока придет начальник отдела по Восточному Грештину. Я, блядь, просрал целый день. Ну, не целый день, там пару часиков я просрал, но все же. Не стоило сюда тащиться в такую рань. Тут такой запах, что меня сейчас тошнит. Результаты у вас не такие уж плохие. Количество полученных замечаний 10. Не вздумайте их ухудшить. Значит так. Сейчас придет... сюда придет моя старая знакомая. Шая Пирсовская. Пирсовская. Шаю нужно пропустить. Слава Ростоцки. Я запишу лучше, потому что я забуду. Это точно. Это я тебе точно говорю. Шая. И подчеркну, чтобы наверняка. Просто я забуду, это факт. Я себя знаю. Следующий. Ваши документы. Привет. Мне дали работу. Продолжительность визита, я тут останусь на 6 месяцев. 6 месяцев по работе. Печать правильная. Волосы очень короткие. Ну, в принципе, да. 45 килограмм, 160... примерно 6. Да, так и есть. Анна Верено совпадает. Въезд действительный. Номер паспорта совпадает. Женщина, паспорт действительный. Это совпадает. Это вроде статистика. Анна Верено. Анна Верено, Анна Верено. Вроде бы как все верно. То есть как тут уж пойдет, я не знаю. Но вроде как все правильно.
Почему-то мне кажется, что все-таки не так, что там какое-нибудь поддельное разрешение на въезд или что-нибудь такое. Здорово, подставщик. Киллер придет из Антегрии. Будущая жертва — важный агент. Киллера надо остановить. Его зовут Халид Истом. Не забудьте. На. А зачем мне это нужно? Я не хочу это брать. Халида нужно не пропускать. На 2 месяца по работе. На 2 месяца по работе. По работе на 2 месяца. Фотук. Фотук Х8М8С. Так, женщина. Ринерт Йостема. Йостема Ринерт. Здесь можно без букв на квадратной печати, на квадратном гербе. Въезд действительный, паспорт действительный. Цункейда вроде как такой есть. Волосы только не короткие, ты меня обманываешь. И вес неправильный. Слушай, какие волосы короткие? Вес не совпадает даже. Ошалеть, у тебя наркотиков там. 4 килограмма наркоты с собой везет. Достану я, пожалуй, свои эти бумажечки, на которых написано, что нельзя оружие с контрабандой возить. А где... В смысле? На фотографию на память себе оставишь. 174. Даже рост, в принципе, совпадает, все ясно. Так, ну тут тоже все правильно. Хотя хер его знает, правильно или неправильно. Дай-ка мне разрешение на въезд. Ой, не разрешение на въезд, а разрешение на работу. Да, правильно все. Красиво, молодец. Ринерт Йостема. Ладно, в пизду. А что за отказ? А, это потому что я вопрос задавал. Где паспорт твой? Проходи, я запутался в твоих документах. Я не знаю, что у тебя нужно смотреть уже даже. Поэтому если даже будет ошибка какая-то, ничего страшного. Ну потому что я уже запутался. 4 бумажки давай, я, блядь, столько не разбираюсь. Я в ростовский транзитом, молодец. Думаю, на пару дней. Цукан. Так, Цукан, подожди. Я у тебя сейчас все проверю, и тогда уже пойдешь. Мадовский Цукан. Цукан Мадовский. Мужик. Паспорт действительный. Въезд действительный. Номер паспорта... действительный. Палец... не знаю, действительно. Бачки. Что такое бачки? А, бакенбарды. 81 килограмм, 165. Да, все правильно, дружище. Молодец. Давай, проходи. И сейчас будет неправильно. Блять, правильно, смотри-ка. Ой, здравствуй. Ты не шая случаем? Лобав. Пишу большой репортаж. Точно сказать не могу. На пару дней... на пару дней, может, на пару недель. Алексис Каргилиано. Женщина, международная пресса. Погоди, у меня тут какая-то бумажка была про прессу. По поводу прессы. У меня пресса вот эта вот, она неясная вообще. Мне нужно... чтобы она мне показала... мне нужно показать... чтобы она показала мне разрешение на въезд для иностранцев. Нет необходимых документов. Я журналист, значит, имею право на въезд. Ставьте печать. Нет, я не буду ставить тебе печать, потому что ты меня нервируешь. Эта карта ничего не дает. Фашист. Сама такая. Я всего 6 обслужил. Как же мало я работаю. Интересно, а можно очередь до конца обслужить или нет? Какова цель вашей поездки? Пригласили в гости. Я думаю, полгода. Пизда боли я на ровном месте. Полгода. Верно, я останусь тут месяц-другой. Совпадает, все правильно, ладно. А, в гости. Печать правильная. Так, это вот нужно очень. 163 сантиметра. В целом совпадает, вьющиеся волосы, действительный документ с внешними данными, действительный документ с разрешением, номер паспорта здесь совпадает. Нет, не совпадает. Не совпадает номер паспорта с разрешением на въезд. Арест.
кстати, вот теперь по поводу вот этого вот трех символов первых. Как я понимаю, что три символа здесь и в начале, и после дефиса тоже. Три символа нужно проверять. Это не очень правильно было с той стороны писать три символа. Я бы проверял три символа и пропустил бы ее сейчас. Так, фотография. У тебя здесь глаза открыты, здесь закрыты. Но это ничего страшного. 86 килограмм. У тебя вес неправильный, дружище. Ну-ка. Гражданин. Давай на досмотр. Лицом к сканеру. Щелк. Щелк. Я день рождения просто проверяю. Ой, все. Кто-то едет на рудники. Вам не стоит сюда приезжать. О чем вы говорите? Ну, наверное, о том, что у тебя в спине что-то есть. Что происходит? Я выполняю свою работу не более того. Следующий. Успею я еще одного обслужить, интересно, или нет? Чем мне кажется, что нет? Привет. Истом. Истом, это Халид Истом. Его нужно было, ему нужно было отказать. Блять, а что отказать-то? По причине, по какой? Может, у него есть какие-то неправильные эти? Какие-то неправильные пунктики, по которым я могу ему отказать? Блять, походу нет. Извини. Я понимаю, что разрешен, но там нужно было помочь ордену. А новая работа, 6 месяцев работы. Работа на 6 месяцев, давай посмотрим. 6 месяцев работы. Кадамонова Лисовска. Кадамоня Лисовска. Не понял, у меня фамилия другая. Имена не... имена. Несколько разных имен. Ну, тут дело просто. Остается за отпечатками пальцев. Слушай, мне кажется, что что-то здесь не так. Совпадают? Интересно. Ладненько, на, это тебе, это тебе. 6 месяцев, въезд действительный, тут все действительное. Кстати, нет, подожди, здесь не написано чего-то. Документы, разрешение на работу. А, здесь может быть не написано, я понял. Так, хорошо. Значит, это правильный документ. Это в целом правильный документ. И почти не просрочен. По поводу номера паспорта, давай проверять конкретно уже по-хорошему, потому что, ну, уже время прошло все равно, и больше никого не приму. Здесь все правильно, здесь все верно. Теофисова все правильно. Теофисова Кадамоня. День рождения у тебя когда-то там, но больше не с чем сверять, в принципе. Так, это тоже совпадает, совпадает, совпадает. Значит, все должно совпадать. Значит, все правильно должно быть. Кто знает, как там, правильно или неправильно. Давай. Блин, мне кажется, что будет ошибка какая-то, потому что что-то как-то здесь все неправильно. Нет, смотри, нет ошибки никакой. Вот так здорово. Сын болеет, нужно лекарство. Ну, сына надо вылечить, а вот так, голодают и болеют, то есть, но не холодают. Отопление можно выключить, лекарства купить, продукты купить и пойти спать. И на этом давай мы с тобой закончим, потому что. Спасибо всем большое за просмотр, поставь комментарий, напиши лайк обязательно. Посмотри там все видео, которые у меня только есть. И напиши к ним тоже комментарии. Вступай в группу ВКонтакте. Ссылка указана в описании под видео. И увидимся с тобой в следующем видео, в следующей серии этой игры. И пока.